накосячил немножко тут, блин. Все. Пришла зима в сентябре в Якутию. 7 часов мы пару часов только поспали. Будет вообще офигенно. Ну что, вот они, красавцы. К работе готов. В принципе, можно было бы залезть. Ух, жарко красиво. Пока солнышко, надо подогреть чуть-чуть. Потому что сейчас реально каждый раз, как последний раз. Ну, вроде пока неплохо. Даже, можно сказать, тепло. Всем доброе утро. Признаюсь, сегодня я в гамаке что-то не захотел спать ночью долго. Но перебрался в палатку к ребятам. В ней доспал, потому что спальник уже не держит нифига. Уже он потерял свои свойства. И что-то как-то было очень зябко. А третью ночь плохо спать, это уже, наверное, было бы плохо сегодня ехать за рулем. Ну, в общем, надо было сегодня выспаться нормально, поэтому залез в палатку. В палатке уже хорошо, в принципе, как бы холодно не было, там несколько человек спит и греет друг друга. Сейчас пойдем наверх еще, поднимемся на смотровую площадку. Кстати, как будто волки выли сейчас, звук такой. Волков не слышали? Там... Не, мы крепко спали. Но это сейчас было, только что вы, когда вы проснулись. Собачка? С волчьей кровью. А, вот почему так, да, лает необычно. А я тут один остался, все ушли, думаю, блин. Я же тут с краю лежу, самый вкусный. Что-то решил тоже встать. Ну там сейчас все идут, да, надо идти же наверх, если да, сейчас. Если сейчас не через... успею, триби собирается. Через час уже выход, нет, типа, или что? Прямо сейчас. Прямо сейчас, да? Прямо сейчас, ага. У-у-у. Собираемся тогда. Нет, блин, толпа бурундучков, не успеваю их заснять. Что, откроем ему банку? Ну, бегу. На мне кусился. Прикольно. Какой-то у нас лагерь в лесу. Там наша палатка с гамаком. Ой, доброе утро. Привет. Как спалось? Тепло? А, в доме, да? Неинтересно. Ну, вот так вот, ребята, разместились, кто в палатках, вот по территории, кто в домиках. Как ночь? Нормально? Холодно. Холодно, да? В домиках? Нет. Палатки, да? Что, вы не замерзли? Нет. Нормально. Блин, а тут вода холоднее, чем в реке. Что-то вручила, вода прям лед. Ну, меня аж голову, мозги свело сейчас. Да, она холоднее, чем в воде. Холоднее? Это значит, что... Надо было в Лену идти. Идет по земле. Родниковая, да? Помыться на фоне резких столбов, а? А так ночью, конечно, да, я лег спать в гамаке и чувствую, ну, спать и можно было бы, если больше бы негде, я бы поспал. Но это был бы очень хреновый сон. Я бы постоянно просыпался, потому что там холодно, тут холодно. Еще вот, ну, воздух ледяной, прям дышишь им. Вот это, сейчас мне же заболеть никак нельзя. Поэтому не стал рисковать. Вот я отмазался. Нашел причину и лег в палатку. В 9, считай, мы проснулись, а лег я там, ну, в час в гамак. Ну, пару часов поспал, в палатку перебрался. Че, идем вон туда. Сейчас там вот тропинка вот так обходит туда и вот с той стороны. Вот он, наш волк ночной. Напугала нас собака. Волк, привет. Ты у нас помесь, да? Есть у тебя волчьи корни? Не надо нас рисовать. Что, осталось покушать нам? Ну-ка заценим, сколько у нас еды. Кашка. Каша сегодня будет. Греем вчерашний ужин. И... А, это борщ же, да? Да вон тот там, открой крышку. Гречка с тушенкой. С тушенкой? О, круто. А мы подождем ее, интересно, или надо идти вверх? Если вверх, то надо уже бежать. Да? Ребята ушли. Ё-моё. Как всегда. Какое-то это место было название. Богам природы поклонись. Осень уже все наступила так резко. Короткий, да? И осень, и весна. Осень короткая, так что сейчас так вот чик и зима. Все.
Вот это чисто уже туристическое такое место. Я, если честно, люблю более дикое все. Не такое благоустроенное. Так, услуга по предоставлению гостевых домов. 5000 рублей. Это вот самое дорогое. Нажмите на паузу и посмотрите. Природный парк Ленские столбы внесен в список всемирного наследия. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия. Внесение в данный список подтверждает исключительную мировую ценность природного объекта, который подлежит сохранению на благо всего человечества. Вот ель такая тут стояла, большая, упала. Вывалила вот так вот камни. Лиственница? Как здесь прикольно. Пещер нет, к сожалению. Но все равно так вот прикольно. Изнутри красиво. Аян говорит, он не знает, что там, но там ходят люди, да? Растоптана вообще. А ты по земле определил, да? Да. Ну ладно, тоже растопчем тогда ее. Ой. Такое вот ущелье. Ну что, как там наверху? Хорошо. Хорошо? Ветрено, говорите. Ух ты, как красиво здесь. Еще рано уходить. Да, это мы еще вот, вот туда нам надо. А это вот какая-то штука еще смотровая площадка. Во. Открывается простор Лены. Отсюда хорошо видно, как она обмельчала. Вот тун-тун-тун, все, вода ушла. Я только сейчас понял, как мы идем. Зимой-то мы здесь были. Мы пришли оттуда, и вот сюда на смотровую площадку залезли. А эта тропа, оказывается, вот так вот идет. Сравним с зимними кадрами. Летаешь где хочешь. Джил, о, уха. Бык холода. Вот тут беседка есть. Здесь, оказывается, церквушку, похоже, буду ставить. Вот купол. Здесь мы ходили, помню. Тут уже вот ступеньки. А, там хвойный был. Я думаю, почему я здесь вот именно идем. И мне как будто больше стало заметно, что осень пришла. Там хвойный лес был. А тут лиственные, вот все, вот уже листья осыпались. Мне кажется, это буквально за пару дней произошло. Очень быстро. Время идет. Помните об этом, что оно не бесконечно. У вас его осталось очень-очень мало. Время? Угу. Время пожить. И пожить правильно. А не просто прожечь его. Задумайтесь все об этом. Вот такие вот якутские костюмы. Раньше Блин, ходили. Круто было бы жить раньше, да, вот с такими. Вот это, наверное, дорого, богато все это стоило. Конечно. Печку уже собрали, да? Ага. Вот ребята в такой палатке ночевали. Тентипи. Стоит 105 тысяч рублей. Офигеть. Это типа 9 мест. Вот так вот люди ложатся ногами в центр. Так вот тут целых 9 человек помещается. И здесь в центре печка стоит. Вот вытяжка туда сделана. Такой вот у ребят домик тоже здесь ночевали.
Сколько всего человек спало, интересно? Там раз, 6. Два, три, четыре, пять, шесть. Дерутся, блин. Не снял. Только что на бурундука напала. Чуть не сожрал его, прикинь. А, горностай. Ну все, выходные закончились, мероприятия наши тоже. Все собираются, и потихонечку катер нас возит. Все готовы к отплытию? Да. Все готовы, готовы. Откуда у меня столько шмоток? Любишь брать много вещей, люби их и таскать. Это тоже приходится. Последнюю партию грузим. Все, до скорой встречи. Еще приедем сюда, да? Да. На следующую чистку как минимум.